Меня зовут Краснова Татьяна, и сегодня я была на курсе, который организовала семейная мастерская Тарасовых. Курс назывался «Горы». И за 3 часа мы рисовали вот такую большую картину «Горы». У каждого был свой собственный взгляд, свое собственное видение этих гор. У всех были разные картины, душевная обстановка, где Дмитрий с Галиной рассказывали нам о тех состояниях, чувствах, то состояние, которое мы получали в процессе рисования гор, цветов, полян вот этих. Мы вкладывали все эти чувства в картину. И как психолог очень рекомендую вам этот курс пройти. Он очень похож на курс арт-терапии, но это совсем не то. Это более глубокое. Проработка своих чувств, своих эмоций, своего состояния. И кроме проработки мы получили еще очень большое удовольствие. Особенно я очень люблю горы, и этот курс для меня был очень особенным. Я получила большое удовольствие, побывав в тех местах заново, которые я люблю. И приглашаю всех принять участие в мастер-классах, посетить. Это очень душевная обстановка. Много хороших людей и друзей. Всех приглашаю. Приходите, пожалуйста.